Ребята, всем большой-большой привет огромный. Всем спасибо за подписку, за комментарии, за внимание. Подписывайтесь. Всем спасибо еще раз. А сегодня у нас вот такой пирог. Очень простой. Очень вкусный. С хрустящей корочкой. Готовится очень быстро. Попробуйте приготовить. А кому интересно, смотрим, как его готовить. Ребята, готовим наш пирог. Готовится буквально 30 минут. Очень быстро. Понадобится 100 грамм овсяных хлопьев. Таких без добавок, простых. Высыпаем сюда 150 грамм сахара. И 150 грамм муки и 4 грамма разрыхлителя. Все перемешиваем сухое. И сюда 100 грамм масла сливочного надо натереть и превратить в такую крошку. Ставим на терочку масло, сюда добавляем 100 грамм. Вот такая крошка должна получиться. Оставляем в сторону. И крем делается еще быстрее. 400 грамм сметаны, 3 яйца, 100 грамм сахара. И все взбиваем. Вот сахар растворился, все готово. И теперь собираем наш пирог. Духовка должна уже быть нагрета. У меня вот такая форма круглая, 20 сантиметров в диаметре. И сейчас будем собирать пирог. Берем эту смесь, рассыпаем равномерно. Вот так. И теперь потихонечку будем все это поливать аккуратненько нашей смесью. Тоненькой струечкой. Чуть-чуть расправляем, чтобы было равномерно. И теперь посыпаем сверху дальше. И сверху опять поливаем. Тоненькой струечкой, чтобы нам не размывать наше тесто. И продолжаем, пока не закончится. Вот наш пирог уже мы сделали. Сверху 30 грамм масла. Морозилочки 30 грамм натереть на терочку и вот сверху прямо на весу, чтобы получилась такая румяная корочка. Отправляем в духовку. Духовка уже должна быть нагрета минут на 30-20, смотрите. И вот наш пирог готов.
Смотрите на него, какая красота. Смотрите, какая красота. Мягенький. Смотрите, как он подпекся красиво. Очень вкусный. Очень. Незатратно. Готовится быстро. Попробуйте, приготовьте. Все будут очень довольны. Всем приятного аппетита. Пока-пока.